20 декабря в Зареченской амбулатории произошел пожар. В рамках проекта «Выездная администрация» глава муниципалитета Андрей Иванов посетил медучреждение и встретился с коллективом поликлиники. В тот декабрьский день на втором этаже в кабинете физиотерапии загорелась проводка. Экстренные службы оперативно прибыли на место и потушили возгорание. Но помимо самого кабинета физиотерапевта, огонь затронул и соседнее помещение. Картотека, к счастью, не пострадала. Мы с своей стороны постараемся быстро сейчас найти решение. Вот. А вас прошу тогда здесь потерпеть, подержаться, самим не разболеться. Ну и максимально, конечно, спокойно реагировать на возможную критику со стороны жителей, потому что, безусловно, они сейчас не получают ту услугу, которую... На время проведения ремонта с понедельника по пятницу специалисты будут вести прием граждан в передвижном фельдшерско-акушерском пункте. Но уже со следующей недели администрация амбулатории планирует возобновить работу некоторых специалистов на первом этаже основного здания. Мы сейчас еще неделю здесь делаем временку, пока электричество не допустим, но здесь будет освещение, все, естественно, будет безопасно, у нас здесь рабочая парализация, то, что это будет, и первый этаж мы будем использовать полностью. То есть у нас будет здесь и педиатр принимать, и терапевт, соответственно, и гинеколог, и хирург по графику. Медучреждение рассчитано на 120 посещений в смену. Здесь работают 14 специалистов. Всего к амбулатории прикреплены 4103 человека. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».